Всем привет! Вы на нашем канале «Строим сами». В этом ролике вы увидите ремонт квартиры, который обошелся 60 тысяч рублей. В конце этого ролика можно увидеть ссылку на предыдущий ролик, где было видно, какое состояние было до ремонта. И сравнить, что стало, что за 60 тысяч что-то обошлось. Итак, мы начинаем со входной двери. Стоит вот такая дверь финка. Вот у нас это входная группа, шкаф-купе тут, прихожая, получается, шкаф, обои, в общем, под покраску, широкий флизелин, натяжной потолок стоит по всей квартире, в принципе, и вот с точечными подсветками идет, светильниками. Так, ну вот двери, в принципе, по кругу поменяли, сейчас мы вам покажем еще дальше вот с кухни, значит. Заходим в кухню тоже, стены все, в принципе, отшпаклены, выровнены. И обои под покраску идут, тоже натяжной потолок. Пол единственное идет здесь линолеум, плинтуса. Ну, в принципе, тут под покраску может цвет базовый выбран, розовый, но так-то можно, в принципе, любой. Ну, стеклопакеты уже были здесь, поэтому мы тут зацикливаться не будем, идем дальше. Так, коридор снова возвращаемся и заходим в большую комнату. Большая комната у нас, на полу был до этого паркет. Паркетные щиты сейчас мы уложили, тут выровнено плитами ОСБ и ДВП, и постелен ламинат. Ламинат, плинтус, обои тоже такие широкие, флизелиновые, натяжной потолок, значит. Так, стеклопакеты уже были у нас. Вот такая двухстворчатая дверь. Входная тоже поменена, ну, канатка обычная. Так, батарею мы тоже новую поставили, поменяли. Балкон мы пока еще не трогали, руки не дошли до балкона, там остекление деревянное идет, обшито вагонкой, но пока еще до нее руки не дошли. Ну, может быть, и не дойдут, в принципе. Итак, дальше мы двигаемся, проходим коридор. Тут у нас тоже двери мы поменяли. Ванну, в принципе, мы ничего не трогали, там, кроме экрана поставили и протянули все прокладки там новые на смесители. Чтобы все рабочее было. Ну, вот тут пару лампочек надо еще поставить, светильники точечные. А так, в принципе, то все по кругу. Плитки, змеевик, вот все тут. Так, ну тут тоже коридор у нас, везде тоже ламинат идет в таком же цвете. Проходим, так, санузел идет. Санузел у нас. Плитку мы, естественно, поменяли советскую на итальянскую. Поставили новый горшок, унитаз со сливным бачком. Стены все тоже перекрасили, счетчики новые, соответственно, ну и там трубы, канализацию тоже частично поменяли. Тоже обои, в принципе, под покраску, цвет белый тоже базовый, можно любой сделать. Так, двери эти тоже финки, потом дальше мы заходим в маленькую комнату, тоже ламинат идет. Обои уже такие чуть поинтереснее, ну как спальня такая комната, тоже натяжной потолок идет. Вот так по кругу, да? Вот уже входная дверь, все вот это. Финка у нас сделана, да? Тоже полы выровнены были, тоже ОСБ, ДВП. Стеклопакеты уже стояли, в принципе. Ну, вот такая базовый, значит, ремонтик такой. И вот коридор у нас получается. Снова возвращаемся. Тоже натяжной потолок, в принципе, везде, кроме туалета. Вот так вот, в принципе, выглядит ремонт за 60 тысяч рублей. Ну, такой, как бы, предпродажный вариант, поэтому тут, в принципе, все базово, как в новостройке, в принципе. Все свежее, запах свежего ремонта квартиры. Все, смотрим дальше.